Сегодня у нас 3 декабря 2016 года. Находимся в Бишкеке, в самом центре города. Как всегда, дорожки вывели нас к концертному залу. Чуйский камерный оркестр 8 декабря, к сожалению, не успеваем. Неделя крутая, да? Через несколько минут мы пойдем готовиться. У нас мероприятие сегодня. Буквально через час уже начнется. Собрали заинтересованных в Америке людей. В общем, идем. Кстати, там находится наша гостиница, в самом центре, на проспекте Чуэ.